Всем добрый день. Я зашла в обе, проходила мимо, решила забежать посмотреть, что еще осталось. Для тех, кто живет в городе Волжском, это Волгоградская область, я увидела, что скидки все еще есть и все еще стоят гортензии, метельчатые гортензии. Также со скидкой минус 70%. Я здесь брала шугараж 2 недели назад, наверное, уже даже 3. И вместо 1900 я заплатила 549 рублей. В общем, еще стоит Little Spooky, Touch of Pink. Посмотрите, какие хорошие веточки. Шугараж. Почему-то я ее в прошлый раз не увидела. Знаете, я бы ее взяла, вот эту вот. Вот это все потом бы обстригла, а вот эту вот оставила. И, в принципе, вот это хорошее, вот с этой. Листочки все еще живые. Я не скажу, что они пересохшие. Нет, они влажные. Корневая у них хорошая. Я вам показывала в прошлом видео. Сейчас я назову сорта. Touch of Pink. Вот он, Touch of Pink. Какой пушистый. Вот он. Видите? Так. Это Little Spooky. Шугараж есть. Touch of Pink. Сейчас я вам скажу, еще шугараж вот такой. И, в принципе, тоже хороший стволик. Вот этот вот. Смотрите, какой он толстенький. Вот он. Я думала, все быстро разберут. И ничего не оставят уже. Сейчас я прочитаю. Little Spooky. Кстати, шугараж еще есть. Спуки еще есть. Несколько штучек. Раз, два, три, четыре. Уже насчитала шугараж. Три. Пять Little Spooky. Смотрите, какой хороший стволик. Вот он, толстенький. Листики живые. Лаймлайт. Девчонки, ну за такую цену не взять лаймлайт в 3-литровом контейнере. Вы не возьмете. Сейчас нигде. Вы возьмете только с открытой корневой системой. Здесь уже хорошие корешочки. Ну вот стволики, гляньте, какие толстые, прочные. Это все уберете. Либо Little Spooky, либо шугараж. Потому что здесь цена 1900. Это значит со скидкой минус 70 будет. Да я бы даже взяла. Честно, я просто... На другие растения гортензии сорта уже записала. Никак не могу успокоиться. Поэтому я жду весны. Ну что, вот я вам показала. Также здесь розочки. Вот такие вот. По несколько штучек. Это кардана. Дальше здесь у нас тоже минус 70% ассорти растения. Не знаю, сейчас я посмотрю, есть ли на Туи скидка. Golden Smaragd стала вместо 1100 стоить 979. Не так уж и много подешевело. Golden Smaragd. Но я здесь не вижу Golden. Здесь я вижу обычные. Так, я не увидела Golden. В общем, обычные смарагды стоят. Здесь хвойные. Тоже небольшая скидка. Ну, прям, знаете, такая незначительная. То есть западная Даника С2. Вместо 709, 679. Ну, это почти там 30 рублей, да? Так, так и есть 30. Это копейки. А вот... Вот гортензии. Смотрите, еще количество какое. Здесь где-то 24 количества я насчитала. Смотрите, Little Spooky за 500 с лишним рублей. Шугараж. Это вообще шикарные сорта. И также Limelight, Touch of Pink. Прекрасно. Я бы взяла, если у меня место позволяло бы. Так, пойдемте дальше, покажу, что еще есть. Также небольшие скидки появились на тюльпанчики. Ну, в общем, совсем незначительные. 179 были, 159 стали. Вот я все вам показывала. Вот прям тоже хочу взять хотя бы какой-то цвет.
Хотя я к ним равнодушна, к тюльпанам, потому что особо цветения их я не вижу, находясь в городе. Ну, сейчас, может быть, какую-нибудь возьму упаковочку. Ну, вот такие вот цены я вам показываю. Так. Вот такой махровый тюльпан 219. Это три штучки. Смотрите, пустой пакет. Все, вытащили. Наверное, тут это кто-то поработал хорошо. Не знаю, насколько у нас народ хитер. Ладно. Так, здесь у нас уже дорогие пошли за 700 рублей. Ну, здесь 10 штук. Так, очень красивые тоже. Такие, да, махровые красотки. Так, ну это я вам показывала все. Взять для разнообразия. По чуть-чуть каждый год брать. Вроде как все на этом. Сейчас. Сейчас выключится. Thank you.